Товарищи! Товарищи и братья по КВН! Let me speak from my heart in Russian. Предметом моей сегодняшней лекции служит то, во что я играю уже более 10 лет. А, как, наверное, я уже вас всех достал. Да. Но, должен признаться, играю не без успеха в родном городе Зеленограде. Скажете патриотизм, а я скажу квартира 8. Итак, предмет моей лекции – заявка города Зеленограда, тем более опыт подачи заявок у меня есть, я в милицию на соседа подавал. На проведение чемпионата мира 2018 года, покупку веселых и находчивых, или сокращенно КВН. I also promise, что при правильной постановке дела КВН сможет совершенно преобразить город Зеленоград. Вы что, думаете, что Зеленоградский КВН – это детский утренник? Шапито, вы правильно думаете, но... Вы правильно думаете. Если вы согласитесь на мой проект, то подниматься из города на Крюковскую платформу вы будете по мраморным лестницам. Зеленоград станет центром России. It's true. Ваши личные связи и моя самодеятельность – это все, что нужно. Подумайте над тем, как красиво будет звучать. Международный зеленоградский чемпионат мира по КВН. Зеленоград, КВН 2018. Приезд таких как команд, как Уральские пельмени, утомленный солнцем и уездный город обеспечен. Обеспечено и мое личное участие. I promise. Во-первых, 400-я электричка такого количества пассажиров поднять не смогут. Следовательно, отсюда вытекает строительство аэропорта Зел-Шереметьево. Регулярное отправление дирижаблей во все концы света, включая Андреевку и Сладчногорск. Это раз. Два. Это гостиницы, небоскребы для размещения гостей. Метовская общага не в счет. Три. Поднятие сельского хозяйства в радиусе на 1000 километров. Гостей нужно снабжать. Хеннесси, мартини, текила, шоколадные конфеты, наконец. We have too much heat in Зеленоград. Fuck. We have too much food. Все ходы переделаем по дворцы, в которых будет происходить турнир КВН. Не бойтесь, КВН и МИЭД никуда не денется. Просто МИЭД тоже станет дворцом. Это 4. 5. Постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Ну, Собянин уже над этим планом работает. Мои личные просьбы. 6. Зеленоград будет обязательный предмет в школе КВН. КВН будут учить наравне с математикой. Повсеместно открывают КВН-студии и мастерские. Повсеместно, конечно, в качестве преподавательского состава приглашают КВНщиков 90-х и 2000-х. Мы все пределы! Из нашего города из Москвы наконец-то проложат метро. Это так же реально, как и то, что через лет 8 в Зеленограде состоится первый в истории мироздания Междупланетный конгресс КВН. А и гарантии. Мои ботинки, кстати, тоже на гарантии. Подумайте, что будет, когда турнир окончится, когда уедут все гости, жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в наш великолепный город. Столица автоматически переносится в Зеленоград, сюда переезжает правительство. Зеленоград переименовывается в Нью Москву, Зеленоград, Москву в Старый Зеленоград. Первый мужчина, толкните соседа, не слушает. Сейчас важная информация. В КВН все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Например, вот эта блондиночка, положим, она играет хорошо. А вот этот брюнетик, положим, хуже. Что же мы видим, товарищи? Блондинка играет хорошо, брюнет играет плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил. Если каждый индивидуум в отдельности не будет постоянно тренироваться в аншлаге, да, то есть, я хотел сказать, в КВН. Также для чемпионата мира по КВН потребуются ведущие мероприятия. Извините, Павел Носов, тут нужен профессионал. Поэтому и буду я. Большие корпоративы. Мне вообще на чем рубить бабло. И, наконец, я обещаю научиться к 2018 году смешно шутить. Thank you very much, my